Доброго времени суток, дорогие детишки. Что-то я что-то немножко после вчерашнего не в духе. Не в кондиции. Легкое дребежалянто. Сейчас я буду адово, короче, промахиваться из своего мега-автомата. Что характерно для, для меня. Сука, перестань так делать. Что за херня вообще происходит? И... Интересная теория. А зачем проецировать? Зачем проецировать вот так? Не знаю. А разбить ее можно? Стекло-то это. Непонятно. Надо ли мне сюда вообще? И кому там не повезло? Кого? Прикололи, короче, шприцем. Похоже, что нельзя разбить. Но очень хочется. Видимо, мне надо каким-то образом туда попасть. А как? Выйти я, наверное, не смогу, да? Или смогу все-таки? Непонятно. Давайте проверим. Хрена лысого. Тогда, значит, что-то надо сделать. А что? Стекло-то, сука, не... Пули непробиваемые? Окей. Пистолетом? Отдай. И еще пистолетом? Отдай. Можно взять-то их, нет? Почему нет? Окей, а что делать тогда? Я... Я не знаю. Кстати, да. Это мне напомнило. Я хотел немножко потише сделать. А то очень громко. В постпродакшене. Соу себя с трудом слышу. Но я что-то явно неправильно делаю. Окей. А что делать-то тогда? When performing a lethal injection, it is essential. Обожди. Теперь становится понятно, поэтому... А то я потратил хреновую кучу патронов в никуда. Окей. Так, ну давай повторим маневр. Ты не хочешь? Спасибо. Когда производите смертельную инъекцию, важно, чтобы иголка была нацелена абсолютно точно. И как со всеми медицинскими процедурами стандартными, в случае с смертельной инъекцией нужно быть, короче, вообще спокойным со всех сторон. Using whatever sharp bladed objects he may have on his person. Lacerations to the body at strategic locations may put the patient into a state of shock, making him far more pliable, or at the very least, causing him to bleed. Okay, what are you trying to do? Это какой-то зэк, походу. Нет, да вроде. Короче, неважно. Пацанчик рассказывает всякие нездоровые штуки. Что если пацана разрезать, то ему это не понравится. Ну, оно и понятно. А, и тут-то внезапно дверь открылась, неожиданно. Ну, спасибо большое. Есть там кто живой, типа человек? Неа. О, здорово. Какого хера, Торк, это ты? Ядрить колотить, да это ж я, Даллас, из восточного блока. Или района, не знаю. I heard the government's been conducting experiments on us inmates. Next phase of MK Ultra, if you can believe that shit. Now it's turned into the mother of all clusterfucks. He needs your protection. He's a parasite. He needed your help, you bastard!
Ну, ему не фартануло, что я могу сказать. Спасибо, что дверь открыл. Чекпоинт. Окей. Окей. А, ну вот. Вот и кольцевая, догадался Штирлиц. Дайте мне какого-нибудь унылого врага, чтобы было понятно, сколько... Насколько автомат мощное оружие. А! Ёп. Иди-ка ты нахер. Больно, между прочим? А ты сдохнуть не хочешь? Сдох. Прелестно. Следующий. Ну чё, нормальный дома, кстати. И разброс не очень большой. Ах ты, сука. Тихо будь. Не вполне уверен, что я хотел тратить так много патронов на них всех. Ну ладно. Потратил так потратил. Ничего, ничего. Мне нравится. Автоматик окей. Супер. Приятная. Приятная в обращении вещь. Что не может не радовать? А, да, надо было, короче, берсерка тупо активировать без затей. Ну ладно, пофиг. А, кстати, хочу заметить, что... Что... Ну... Если потом кому-то, типа, допустим, при просмотре кажется, что я, типа, вообще слепой в корень и врага не вижу с двух шагов, то следует четко понимать, что я видео, короче, осветляю потом основательно для, ну, во время редакции, да. И для меня это все действие гораздо темнее, чем для вас. Поэтому ты куда? Окей. Обломись, моя черешня. Блин. Ты сдох? Молодец. Вот, поэтому если я что-то не вижу, то я действительно этого не вижу, блин. Так чему это? А! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Ёптвой. На. Прикольно. А как он их перезаряжает? Вот бы знать. Да хватит стрелять, ебать. Да, видимо, они магическим образом пули залетают в барабан. Сучка. Нет, надо еще потише. Надо еще потише сделать. Револьвер громкий, как сука. Это сдох? Молодец. Возьми с полки пирожок. Ну, давай, давай так. Предположим. С чем я хочу бегать? Не знаю. Не знаю. Ты из этих? Ух. Здоровенькие были, пацаны. А чего вас так много опять? А чего я вообще парюсь? Шабараны! Да. Все? Это он летит? Это он летел, по-моему, в этот момент. Блин, что-то я рановато... Рановато вышел из режима берсерка. Пацаны еще не кончились. Блин, как же у меня руки-то трясутся, ё-моё. Шикарно, я потратил все патроны нахер. Прелестная композиция. Что это? Это можно нажать? Нет. Сраный генератор. Флэр. Круто. Надо чаще берсерком пользоваться, однозначно. По крайней мере, не то чтобы конкретно против этих врагов, но вообще
Вообще, в целом, да. Ну и в том числе против этих тоже парней. А, что это за белая стена? А, я с фонариком включенным хожу все это время, походу. Прелестная композиция. Шикарная со всех сторон. Ну, окей. А и что? А что мне это все дает-то? Так, если подумать. В принципе, ничего. Окей. Какого-то прохода. Не, ну не зря здесь так много динамита лежит, разложено. Может быть, надо стену взорвать? Я просто не знаю. Flareful, ну да. Ну, как бы. Блин, мне надо узнать, как переключить. Как переключить оружие это метательное, блин. На что-нибудь другое. Сейчас его отпустят только. Вот. А, 8. Но это не... Окей, это мне не поможет. Это не совсем взрывчатка. Ну да, это не совсем взрывчатка. А, окей. Переключилось. Хорошо. А, стоп, вот здесь я могу перейти. Все, я вижу. Я понял. А давайте-ка сохранимся на этой радостной ноте. Ибо нефиг. Ибо нефиг. Как же много все-таки патронов уходит на... На врагов. Нет, это не я. Это... Окей. Прелестно. Ага. Шикарная композиция, это можно сломать. А это нужно отодвинуть? Или что? Да, это нужно отодвинуть. А остальное мы разрушим. Все, успокойся. Окей. Что там у тебя? Перчатки? Whatever. Окей, это вы мне намекаете на нового врага, который сейчас будет. И ничего, совсем? А жаль. А жаль. Окей. Че, они между собой, что ли, воюют тоже? Интересно. Это типа как раз тот сбрендивший доктор, который превратился вот во что-то непонятное? И всех шприцами, короче, мудохает. С летальными инъекциями. Ну ладно. А почему он... Почему он звуки издает, как будто чужой? Как это? Блин, ну я не могу. Моя фазоматорика не позволяет воспроизвести этот звук. Такой, блин. Такой клёкот, что ли. Чужого. Окей. Вы не нравитесь. Здорово. А вот и он. Больной зуб. Мя! Ой. Что я только что открыл? Не знаю. Перестань, прекращай. Да, свет тут так себе. Окей, whatever. Ничего. О, слышите? Такой, блин. Ну, вы понимаете, о чем я, короче. Тихо. Тихо. Шабараны! Что это внезапный саспенс? Перестаньте меня под...
да, давайте еще рап. Давайте порапаем. Еще только рэпа мне тут не хватало. Херово. Тихо. Окей. Что-то подозрительно все затихло. Очень подозрительно. Блин, какой же фонарик-то хреновый-то? А-а-а! Понимаешь, что здесь закрыто? Нет. Неожиданно. Attention, T-Block officers. This is Hargrave. We have the situation under control in V-Block. Repeat, we have everything under control. В блоке все под контролем. V-Block to receive your orders. The hour of retribution is at hand. At last, we shall cleanse this island of the filth that infests it. А мы еще и на острове, оказывается. Пацаны. Чё-то ты быстро сдох. А, он не сдох ни хрена. Вот чем соль. Они под землю уходят. Шикарная композиция. Блять. Прекращай. Вот этот точно сдох. Архив Page Unlocked. Мейнлайнер. Окей, видимо, это какое-то жаргонное словечко, связанное с наркотиками. Не знаю я такого. Я так понимаю, что в это вступать не стоит. И понимаешь, что у меня сзади еще один такой парень, да. Ну, что-то враг-то так себе. Не такой, чтобы и сильно напрягающий. Хотя и метает всякую шнягу. Блядь, перестань. Слышишь? Но проблема в том, что эти суки под землю уходят. И, блядь, пойди найди, где он там появится в следующий раз. Давай, до свидания. Ну, увернуться от этой штуки довольно несложно. Блин, сколько ж патронов-то, писец, уходит. Ё-моё. Фу, сука, тебе. Сука, блядь. Ё-моё. Ты жаба, ты еще и скачешь. Окей. Так, тут где-то патроны остались в результате от пистолета, которые у меня не влезали никуда. О, стоп, я здесь не был. Мы сюда не пойдем. Сюда мы не пойдем. А, наверху, правильно. Да. Где-то наверху. Я хочу... Ну что я буду оставлять? Там целую коробку патронов? Да сейчас. Держите карман вшире. Тем более при таком-то расходе пистолетных патронов, да и вообще всех патронов. Можно и немножко бэктракнуть. По-моему, здесь вот было. Нет? В каком-то из этих штук было. Вот, например, здесь. А ты открыться не хочешь? Видимо, там ничего нет. Хотя, какая разница? Вот этот ящик почему не открывается, сука? А, вот они, да. Я же помню. Точно, я же все помню. Ха-ха-ха. Шабараны, кстати. Вопрос о птичках. Вопрос о птичках, надо бы сохраниться бы. Пока все более-менее толково происходит. Фух. Вот все-таки хорошая игра, кстати говоря. Суспенс довольно грамотно нагнетается. И даже когда встречаешь таких вроде бы не особо опасных врагов, все равно немножко на измену ты присаживаешься. Если бы не этот дурацкий фонарик еще, был бы вообще хорошо. Ты дохлый? Да открой. Колеса, конечно, я возьму колеса. Что? Ага. В этот раз этот парень выиграл. На, блин. Сука. Ты сдохнешь, нет? Почему он вздыхает гораздо медленнее, когда его с видом от первого лица фигачу? Что ты, кто там? Кто там орёт, ибо? Окей. Здорово. Слышь, мне твои...
Душевные терзания, как бы не. Тут дверь. Тут. Что? По-моему, тут была дверь только что. Что? Вот the shit, ну ладно. Так, ладно. Whatever. Запомним, что здесь у нас коробка с патронами еще одна. И сохраниться, кстати, тоже можно. Чисто так. Я так понимаю, это глава. Глава четвертая. Какого хрена на них электричество не действует? Это палево. Шабараны. Ты еще жив, сука? Спать, блин. Спать тебе тоже. Да, это, наверное, неприятно. А почему на них не действует электричество, на меня, сука, действует? Как так-то? Ну, я уверен, что я туда не могу вступать. Давайте я сохранюсь и проверю. Блин, сколько же раз сохраняюсь-то это же? Что, мне тоже похер? Да сейчас как же, блин. Держи карман шире, бляха. Или надо что? Или можно проскочить между разрядами? Ну, это же бред. Ну, конечно, нельзя. Я так и подумал. Ну, не судьба, значит. Надо, значит, электричество вырубить. Вырубить! Нахрен. Естественно, я не могу этого сделать здесь. Окей, это, по-моему, еще одна дверь была, куда я не ходил. Вот туда. Прямо. Шарман. Душ. Да. О, да. О, я! Я! Как же темно-то, блин. Вам-то хорошо, вам уже все видно. Ну, я не знаю, я как бы... YouTube, конечно, все еще за... вроде как затемняет это все дело. Но не так, чтобы сильно. Мыло уронил кто-то. А вот мне реально ни хрена, я с двух шагов не вижу. У меня все темно абсолютно, блин. Вот сейчас вот, например, вот вы будете видеть ту стену, которая там вдали есть. А я вижу, вот на. Вот на пороге у меня все темное пятно. Я нихера не вижу, что внутри происходит, даже с включенным фонариком, по сути. Вот. Все, вот у меня темный, просто квадрат черный, Малевича, короче. Поэтому степень моей измены, блин, короче, вы можете себе представить не иллюзорно. Оп, фак. Как же вас много-то? Как он по мне попал? Чего вас так много-то, парни? Слышь, жаба, пошла нахер. Так, что-то они такими адскими топами ходят, что это не вполне прикольно. Блин, да сейчас я все патроны опять потрачу. Прелестно. Ну, коробка пригодится зато. Которая я знаю, где находится. Ух, их, а, да сколько вас там? Блин, что-то я вообще... Что-то я вообще бездарно патроны трачу. Сука, сейчас мы, бля, поиграем с вами в Counter-Strike. Воу-воу-воу. Пошли, в самом деле, нахер. Что? Вы что, говна попутали? Они эту херню отключают? Они отключают берсерка, блин. Вот это, блядь, номер. Своим шприцем. Мудацким. Прелестно, я вообще все патроны потратил. Все. Ну ладно, что мне еще остается делать? Ни здоровья, ни аптечек, ни хрена нет. Шикарная композиция. Ни патронов, ничего, блин.
Ну, ножом, ну а что, да? Вот как-то так. Бля, ну зашибись. И еще и в этой... Ну вообще, да, отличная... Да, да. Отличная композиция, шикарная со всех сторон, учитывая, что у нее, они, сука, вообще такие вот упоротые. В том смысле, что из них вырывается еще эта херня, блядь, и ядовитая. Хорошо, я туда не пойду. Я все понял. Я пойду в другую сторону. Что? Twice I felt trapped, T. I just had to get out. The first time I didn't want conjugal visits. The second, I just wasn't ready to give up my own life, my chance at a career. Почему ты мне это все рассказываешь? I regret both times. You've been trapped your whole life, T. You've got to be strong to be free. What the fuck? Тихо. Ну сейчас я еще и на них потрачу патроны. Целую кучу. И даже не успею дойти до... До душевых. А... А 7... до души не дошел, а 70 патронов уже как не бывало, блин. Thanks, man. Now go on. Get away from me. You're just gonna bring him here. Кого? Что? Кто это со мной разговаривает? Я не понимаю. Ну, привет. Окей, значит, мне нету вариантов особо. Надо идти в душ. В душ! Ну, хорошо. Где ты? Где ты, сука? Окей. Ну он же здесь где-то был. Он же, я слышал, как он бегает, сучка. Стоп. А, ну да. Куда он делся? Да хрен с ним. Зачем мне в душ? Ну, в смысле, так, если подумать. Где ты нахер? Что здесь принципиально важного есть? Кто-нибудь хоть что-нибудь видит? Блядь. Ага. Окей. Окей. Да пошел ты нахер. Что нужно? Сука, попал же ведь. Блядь, да... Да! Да! Вы классно устроились, пацаны. И как мне здесь пройти? Вот здесь. Огнетушитель подзорвать? Ну, да, отлично. Рукопашка с ними вообще не очень. Я сдыхаю, блин, от этих ядов тупых. Да сколько вас там, ё-моё? Ну да. Вот тут-то мы и поиграли. Шикарная композиция, блядь, пиздец. Чувствую, я с этим местом буду, блин, дрюкаться просто пиздец. Зачем я на импосе, блин, играю, я не знаю. Ну ладно. А значит, на сегодня все. Жмите лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений. Если это начало игры, то, блин, какого хера сейчас дальше буду делать? Я не знаю. Я вообще не знаю. Да. В общем, он, неважно. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.